там медведи, ребята, ехали медведи на велосипеде. Да что ж ты будешь делать, а? Подождите, подождите, подождите. Вы видели, какие медведи там плавают? Ребяточки, вай-вай-вай-вай-вай. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик. А также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в эту замечательную игру, которая называется Тести Блю. Так, ребяточки, ну что ж, погнали, собственно, ловить наших рыбок дальше, ребятки. На чем мы с вами закончили, вы помните, ребятки, мы с вами закончили на дельфине, и здесь у нас уже, ребятки, акула. Оказывается, ребят, что ученый какой-то создал акулу и нечаянно ее выпустил для эксперимента в океан. И вот мы попали в океан, и мы начинаем, ребятки, а мы такие-такие маленькие, такие-такие маленькие, что мы кушаем только каких-то там фитопланктон. То есть чисто просто такая вот штучка, которая такая малюсенькая, еще меньше за пылинку. В общем, настолько мелкий фитопланктон нам нужно кушать, ребятки, чтобы пройти эту игру, чтобы выжить, да, ребята? Это жизнь такая. Так, ну что ж, мы пока еще довольны, ребятки. Акуленок такой маленький у нас. Но я думаю, что мы обязательно, ребятки, вырастим. И у нас, ребятки, будет акула то, что надо. Что это за хромосомы за мной, ребятки, такие здесь ползают? Вы видели? Вот это прикол. Таких приколов я еще не видел, парни. Так, раз, два, три. Берем, берем. Отлично, отлично. Так, берем, берем, берем. Ой-ой-ой, за мной он гонится, ребята, вы видели? Это рачок такой маленький. Это не рачок, а типа как зародыш такой. Так, 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 ребята. Ну что ж, давайте фитопланктон будем кушать, чтобы потихоньку набирать свою массу. Отличненько, дорогие друзья. Отличненько. Просто супер. Просто супер, ребята. Так, 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 так. Погнали, 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 погнали. Вау, ребята, вот это да. Посмотрите, какие мы уже с вами большие. Мы уже с вами 130 микрометров. А микрометры это серьезно, ребята. Так, наверное, мы можем уже съесть того рачка, ребята, который хотел нас скушать. Где же он? Где же он, ребятки? Посмотрите, какая... Вот он. Да, мы уже можем его схавать. Да, ребята, отлично. Мы его схавали. О, ребята, все. Мы можем хавать вот этих рачков. Посмотрите. Вау, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Как же вкусно. Как же это вкусно, ребятки. Если бы вы знали, как это вкусно. Вау, за мной, ребята, амеба бесхребетная. Посмотрите. Вау, за мной амеба бесхребетная. Ребята, пытается меня съесть. А мы фитопланктоном будем, ребята, зоопланктон уже пошел. Так, ребята, вот этих рачков маленьких будем кушать, чтобы как-то хоть немножко, ребятки, выжить, потому что, ну, реально сложно. Вы поймите, ребят, что здесь все неспроста все так сделано, потому что это все довольно-таки серьезно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, 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 так. Подождите, подождите, подождите. Отлично, отличненько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо. Так, отлично, отличненько. Так, давайте съедим вот это все. Давайте, давайте, давайте съедим. Подождите, подождите, подождите. Так, 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 так. Ох же вкусно, ох же вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, ребятки, ну что ж, ребятки, мы уже 506 микро этих микрометров. И за нами вроде бы амеба. А, она меня укусила, ребят, вы видели? Ее надо уничтожить. А для того, чтобы ее уничтожить, ребят, вы видели, ребят, как я кричу? А для того, чтобы, ребятки, мы ее съели, нам нужно, ребятки, подкрепиться еще более выгодными такими вот, вот штучками, такими вот растениями, которые с легкостью... О, все! Мы теперь их можем хавать, ребят, посмотрите. Вы видели? Посмотрите. Все, ребятки, я начал хавать их. Все, теперь они мне, ребятки, не помеха для меня. Ням-ням-ням. Ого, ребята, вот это да. Вот это да, вот это да. Вот это круто. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Да что ж ты будешь делать? Что это за рачок, ребята, посмотрите. Какой-то зародыш креветки, ребята. Уже такой зародыш креветки. Вы видели, ребят? Так, зоопланктон, ребята. Мы пока что хаваем зоопланктон для того, чтобы вырасти. Так, креветку мы пока будем обходить. Он такой, ребятки, страшный. Такой, как будто инопланетянин какой-то, ребятки, большой. Это никуда, конечно же, не годится. Нам надо, ребятки, расти еще больше,
чтобы я смог уже хавать эту креветку, ребятки. Вот нам надо вырасти таким большим, чтобы, ребятки, я уже смог съесть эту креветочку и все-таки заняться какими-то делами. Так, отлично, 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 отлично. Ням-ням-ням. Ой-ой-ой-ой. Квак. Вы видели, ребят? Квак. Так, 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 так. Так, 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 так. Отлично. Ой-ой-ой-ой, ребята, вы только посмотрите, что делается, а? Вы только посмотрите, ребятки, что здесь творится. Ух, ребят, вы видели? Ма. Так, отлично. Так, отлично. Ой-ой-ой, креветочку мы пока еще она... Все, ребята, мы ее можем хавать. Вы слышали, какой звук, когда мы ее съели, ребят? Вы только посмотрите на эту мощь. Это же просто круто, ребятки. Мы плаваем суперской акулой и хаваем. Начинаем все. Мы, у нас, ребятки, реально мы путь проходим от самых низов. А вон уже какой-то зародыш. Так, зоопланктон это еще не называется. А вон уже зародыш креветки, наверное, ребята, плавает. Вот это большой. Такой прозрачный. Вот это, наверное, уже такой зародыш креветки будет. Да, ребятки. Вот это, наверное, он. Вот это, наверное, он, ребята. Так что нам пока на него, ребятки, не стоит попадаться. Потому что если, ребятки, он нас съест, мы проиграем и будем проходить уровень заново. Вай-вай-вай-вай-вай. Надо убегать, ребята. Убегаем. Срочно убегаем. Потому что нас съест вот эта креветка большая. Она уже нацелена на нас. Я уже уверен, что она уже хочет, ребятки, попытаться нас сожрать. Но мы, ребятки, как всегда, вы знаете, что мы не сдаемся. Мы абсолютно всегда попытаемся больше хавать разной вот этой морской дряни, ребят, чтобы съесть потом. О, отлично, ребята, все. Я съел креветку, все круто, ребята, зародыши креветок. О, а вот большой рак, посмотрите, или большая креветка. Это зародыши, ребятки, видите, а вон большая креветка. Это огромная, типа она как этот уже идет. Со всеми этими, ребятки, прибамбасами. Со всеми лапками, со всеми... О, видели, какие щупальца у нее. Ребятки, если она меня своим щупальцем перекусит, то я просто-напросто погибну, ребята. А мне пока погибать еще рано. Я еще хочу, ребятки, пожить и похавать вот этих разных... Ой-ой-ой, ребята, вы видели, он меня зацепил лапами. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отличненько, отличненько, просто супер. Просто супер, дорогие друзья, классно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так. О, хорошо. Хорошо. Отлично, отлично, ребята. Так, ребятки, ну что ж, посмотрите, какие мы уже довольно-таки большие. Креветок, вот этих, ребятки, зародыши креветок мы уже с вами кушаем. И я так думаю, что скоро мы должны уже, ребятки, съесть настоящую креветку, потому что мы все-таки растем и не стоим на месте, потому что мы двигаемся, ребята. Давайте, 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 еще осталось совсем немного... Давайте, 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 сейчас ее захаваем. Ах ты такая креветка. Иди сюда, сейчас я тебя съем. Так, еще чуть-чуть мне попитаться надо этими рачками. И я уже могу, наверное, кушать креветку. Так, ракоподобные, это хорошо. Это хорошо, но я их боюсь, ребята. Они похожи на каких-то инопланетян. Что ли? Так, давайте... А, на берег нельзя, я думал на берег, ребятки, выскочить. Но на берег, оказывается, выскочить не можно. Ну ничего, ребята, давайте... Давайте, давайте, что мы еще... О, мы уже можем съесть креветку, ребята. Ребята, вы посмотрите, мы уже выросли настолько, что можем схавать эту креветку. Вот она. О, ням-ням-ням, отлично. И вот вторая, иди сюда, хорошо. Так, где-то тут третья еще проплывала, ребят. Как-то они плывут, вот-вот. Ага, попались. Так, все... Иди сюда. Всех съем. Никого не пожалею. Ням-н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 ям. Как же вкусно, как же вкусно. Ням-н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 ям. Отлично, только мало. Отлично, только мало. Ого, ребята, о, селедка. Селедка меня что-то, ребятки, смущает немножко, потому что она меня реально хочет тоже съесть. Селедочка, пожалуйста, не трогай меня. Дай мне похавать креветочек, и я уйду отсюда. Я от тебя отстану. Или съем тебя, ребята. Надо, наверное, вырасти и наказать эту селедку нехорошую, ребятки. Так, ну что ж, давайте, ребятки, будем потихоньку набирать массу, чтобы уничтожить этих нехороших, ребятки, этих рыб, которые пытаются меня съесть.
Боже, все-таки акула, а что это за птица такая, ребята? Так, давайте, давайте. Так, рыбу мы пока еще не можем, ребят, прикушать. Так что приходится довольствоваться только креветками, ребят. Но я думаю, что маленькую селедочку мы сейчас уже, ребятки, обязательно должны съесть и посмотреть, собственно, на что, ребятки, она способна. О, да, ребята, посмотрите. Вы видели? Мы съели маленькую рыбку. Все, ням-ням-ням-ням-ням. Ага, все, теперь любая большая рыбка. Все, ребята, о, птицы. Вороны какие-то, ребята. Что это такое за... Это такие птицы прикольные. Вау, вау, какие-то чайки супер крутые. Отличненько, дорогие друзья. И мы с вами в этом уровне дошли очень далеко, ребятки. И прошли просто супер. Так, ну что ж, ребята, в следующий уровень перед нами. Давайте посмотрим, что нас здесь ждет в этом уровне. Так, а в этом уровне, ребята, мне надо скакать, наверное, куда-то, ребята. Надо прыгнуть вот так вот. О, все, ящики, ребятки. Это ящики. Ну, как вкусно, ребята, вот это да. Так, давай. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, маленькие ящики я уже, ребятки, начал хавать. К большим мне еще, ребятки, далеко. Так что, ребятки, приходится с маленького. Это, наверное, ящики, ребята, с какого-то корабля. Корабль какой-то прыл, ребятки, и забыл ящики. Или потерял ящики все. О, ням-ням-ням-ням-ням. Ребята, вы видели, какие я? Я уже начал кушать ящики побольше. Вот это да. Где же ящики те? Отлично, ребята, все. Теперь я смогу вот эти ящики. Да, ребятки, круто. Вай-вай-вай-вай-вай. Да, ребятки, отличненько. Мы с легкостью прошли с вами также этот уровень. Погнали дальше, что здесь нас ждет. А что это такое, ребятки? Вау, мы с горы, ребята, катимся и хаваем пингвинов. Вау, вот это да, вот это круто, ребятки. В действительности нам надо съесть 30 пингвинов за определенное количество времени, ребят. Ну что ж, давайте посмотрим, на что мы способны. И способны мы ли вообще съесть 30 пингвинов. Потому что это довольно-таки, ребят, реально много. Так что погнали, ребяточки. Вау, ребята, ого, сколько их. Вы только посмотрите, ребят, сколько пингвинов. Отличненько, дорогие друзья. И мы с вами прошли этот уровень, ребятки. Это просто круто, это просто, ребятки, замечательно. Так, ну что ж, погнали дальше. И что у нас здесь дальше, ребята? Дальше у нас здесь, ребятки, селедочка. Начинается все с селедочки, а там посмотрим, ребятки. Пока что у нас селедочка идет в ход. Потому что мы еще, мы же не только, ребятки, стоит помнить тот факт, что мы не только растем, ребят, но и становимся меньше через некоторое время. О, череп, ребята, людской череп. Хочу съесть его. Все отлично, ребята, мы его с вами съели. Так, надо селедкой, ребята, подкрепиться, потому что пингвина пока еще нельзя. О, все, ребята, 4 пингвина я хаваю. Все, они для меня, ребятки, здесь падают, вы видели? Ну, отличненько, ням-ням-ням-ням-ням, как же это все вкусно, как же это все круто, ребята, вот это да. Так, подождите, давайте я вас всех съем, а потом вы уже будете дальше думать, куда вам делать, куда вам что делать, и куда вам вообще плыть. Вау, ребята, вы видели, как мы выскочили и съели? Ого, сколько рыбы, ребята, вау, там медведи, ребята, ехали медведи на велосипеде. Да что ж ты будешь делать, а? Подождите. Вы видели, какие медведи там плавают? Ребяточки, вай. Ого, там какая-то морж, ребята, с каким-то этим, с каким-то крюком на этом, на носу, что меня может проткнуть. Вон, видите, ребята, я могу на него попасться и на раз-два. Да-да-да, ребята, вы не ошибаетесь. Так, отлично, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ого, ребята, даже бочки съел. Вот это круто, ребята. Вот это да. О, медведи я уже могу хавать. Больших пока нет, ребятки, но маленьких уже начинаем хавать. Отлично.
О, ребята, что за вертолет? Вай, вай, за мной уже вертолеты, ребята. Я знаю, что это за вертолеты, ребятки. Я вам сейчас скажу. Это вертолеты, репортеры летают, чтобы меня сфотографировать. И это правда, ребятки. Как бы это ни звучало, и это правда. Давайте всех моржей. Теперь мы можем моржей даже хавать, которые хотели нас проткнуть, ребята. Но мы теперь не даем. О, все, мы всех уже хаваем, да? Так, а здесь нам вертолет, что ли, надо съесть? Чтобы пройти этот уровень, ребята. Не подскажете, ребята? Вау, да, ребята, отличненько. И мы проходим этот уровень вместе с вами. Так, ну что ж, дорогие друзья, я хочу вам сказать, что этот эпизод подошел к концу. Мы сегодня играли, ребятки, в тесте Blue. Вы были на канале Вечное Детство. С вами, как всегда, Юра. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новости на моем канале, ставьте пальчики вверх, ребятки, и пишите комментарии. Я вас всех люблю, дорогие подписчики. Пока-пока.